Губернатор Приморья провел рабочую встречу советника президента Российской Федерации Валерием Фадеевым. Одной из ключевых тем для обсуждения стало внедрение и реализация мер поддержки для семей участников СВО. Спасибо за ту большую работу, которую вы проводите и по поддержке и семей мобилизованных, по тем вопросам, которые касаются непосредственно вопросов жизнеобеспечения наших ребят. У нас много общего. Мы заинтересованы в том, чтобы эта работа должным образом была где-то у нас, в том числе налажена, исходя из ваших практик, лучших практик, которые вы поделитесь с нами. Вот, потому что в крае сегодня достаточно много ребят находится на фронте, вот, то есть, соответственно, семьи, военнослужащие семьи мобилизованных требуют внимания, вот, требуют координации действий. Валерий Фадеев со своей стороны отметил, что ему интересен опыт поддержки семей СВО, который уже есть у Приморского края. Скорее наоборот, это не мы вас будем учить, это вы нас будете учить, потому что в регионах происходит реальная жизнь, в Москве тоже кое-какая жизнь происходит, в Москве она несколько другая. Напомним, в настоящее время в Приморье ведется большая работа по поддержке военнослужащих и мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО, а также их семей. Жители края, кто чем может, помогают нашим солдатам. Дети в школах пишут письма, общественные организации и бизнес формируют адресные сборы гуманитарной помощи и направляют необходимое на фронт. Вся работа по оказанию мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям находится на личном контроле губернатора Приморского края. Анна Дьякова, новости на 8.